какая. Вот, она уже, ты уже вышел, не бойся. Поставь руку возле головы, он прикрывает тебя, чтобы не это, и залом руки, и свет будет выскочен. Просто так. И сразу смотри, он, например, не дает плохо, ты отвернулся это самое. Так, переход. Раз, два, три. Раз, два, три. Запомнил. Два. Три. Смотри, дело в том, что вы всегда хотите гиданбара делать поперек руки. А у нас мы делаем вдоль руки. Мы отсекаем, видишь? Ага. Вот я пошел. Первый момент, да? Опять же. Раз, два, три. Раз. Два. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз, два, три. Причем ты совершенно правильно делаешь нижний удар, потому что у тебя это обычный ски. Раз, два. Вот здесь ты это хорошо чувствуешь, получается у меня такое вот ощущение прокатывания, отбрасывания. И голова. То есть очень тынешь, все время идет голова. Получается, бам! У нас опять же вот эти вот дела, мы оказываемся здесь. Причем, видишь, вот почему еще ладонь? Ладонь есть промежуточная вещь. Ладонь, это я могу быть борцом. Я могу это делать в борьбе. Вот представь себе, я выпускаю, например, борца, который при захватах будет делать такие вещи. Которые, в общем-то, могут быть не то, что там правила, причины, но просто незаметными. Ну да. Вот такая вот штука. И вы причем, видишь, у меня задача не отбить руку в сторону, да. А выйти сюда. Да. Проскользнуть под ним. Вот какие там бараны на самом деле выглядят. Ага. Причем в лицо пошло бы же, но мне все равно, как он на другом не блокирует. Это проход в нижней зоне. Сюда ударишь, можно здесь сюда, и опять вот, опять вот сюда.